Добрый день еще раз. Сегодня 15 октября 2023 года. Продолжаем копать саженцы груш. Конференция Ника, алтайская красавица. И вот мы видим, наблюдаем, что чтобы выкопать саженец груши, необходимо вырыть вот такую траншею, для того, чтобы сохранить корневую систему максимально. Ну, какие-то мелкие корешочки, может быть, конечно, и повредятся, совсем мелкие, но основа остается целиком.